Учащиеся школ и учреждений дополнительного образования освобождены от занятий до 17 февраля. Причина – в Копейске продлили карантин по гриппу и ОРВИ. Решено было продлить введенный карантин по школьникам, по всем школам и учреждениям дополнительного образования. Он продлен до 17 февраля включительно. Карантинные меры, я думаю, все-таки сгладят пик роста, то есть позволят нам на следующей неделе уже значительно сократить заболеваемость среди школьников, и продолжатся тогда уже занятия. По-прежнему ограничено и проведение в закрытых помещениях культурно-массовых и спортивных мероприятий. По статистике, за позапрошлую неделю заболевших школьников было около 800, а далее на прошлой неделе прирост составил уже 959 человек.